Видос снимаем. Для чего? А? Для чего? Для себя. Чисто для себя? Ну да. А что интересуетесь? Интересуемся, вопросы задаем. Что за вопрос? Как расшифровывается СССР? А, союзное соединение... СССР... Союзное соединение... Блин, нифига, простой вопрос, а я ответа не знаю. Гора – символ Армении. Карабах. Нет. Вот как ФСБ, Федеральная служба безопасности. Ну, типа, да. Ну, типа, да. Ну как СССР расшифровывается, ну. Ну, скажем. А кто расшифровывается? Я вас всех приветствую, дорогие, уважаемые, хорошие самые подписчики. Спасибо вам большое за вашу поддержку. И то, что вы пишете в комментариях, очень приятно. И то, что вы донатите, это тоже кайф. И по 1000 рублей сегодня я буду давать каждому участнику, который правильно ответит на 5 вопросов. Вопросы глупые, тупые сегодня такие, прям вот, ну, как добрый день. Не ругайте тех ребят, которые плохо отвечают. Они волнуются, там, прочие могут быть моменты. Не надо сразу же, ой, это образование социальное, там, вот, это вот, ля-ля, тупые, это наше будущее, это поколение. Успокойтесь, господи, успокойтесь. Все просто. Шел мимо человек. Ему предложили поучаствовать в рубрике. Вспомнил он это название, не вспомнил. Ну, фарт. 1000 рублей получил с куста. Шоу, моу, хоу, хау, ху. Все, все. Еще можно похлопать, поаплодировать, порадоваться за меня. В этом выпуске будет реклама. Обещаю сразу же, что это не какая-то реклама какой-то херни, которую был грех, я мог позволить себе рекламировать. Нет, такие же подписчики, как и вы, обратились ко мне и сказали: «Женек, душевно в душу, замути-ка нам рекламу нашего бизнеса, пускай о нем узнают и твои люди, которые тебя смотрят в удовольствие». Поэтому в середине ролика вы увидите рекламу хорошего человека. Посмотрите, что вам. Почему бы нет? Дружище, привет. Смотрю. Я ты смотришь? Смотрел, да. Да. Давай поучаствуешь. Ну давай. Да? Ну хорошо. Я могу быть тупым. Ты можешь быть тупым? В стрессовых ситуациях, да. Ну давай успокойся тогда. Как зовут тебя? Не стрессовая ситуация. А? Гриша. 1, 2, 3, 4. Верхушка дроби. А, к чему? Математика. Дробь. Внизу одно называется, а наверху. Целое? Нет? Типа числитель-знаменатель? Ну, типа да. Числитель? Да. Круто? Нормально. Нормально. Максимальный забег. Ну как максимальный? Кажется, 42 там с копейками километра. Это что у нас? Спорт. Нет, именно вот этот забег, какое название у него есть? С древней... Марафон. Как? Марафон. Врач-исправитель речи. Логопед. Скачущее войско. Скачущее войско. Блин. Какие есть варианты? Что-то с ковбоями, наверное. Скачки. Нет. Войско. Ага. Пехота идет. Орда? Нет. Орда. То есть те люди, которые на конях, они орда. Но... наверное, нет. А что такое орда? Ну, это большая толпа человек, как я думаю. Хрен с ним. Часики та-та-та-та смеются, тик-так, а потом уходи, а потом обними, а маленькие тараты это вот такой вот неоте, и ты просто так. Кто поет? Мусуни, этот самый, муж у нее лысый дагестанец. Пригожин, Рогожин, господи. А она? Певица.
Валерия. А войско это на конях, они? Вообще в голову не приходит. Ну, почти как Валерия. Тебе осталось только две буквы первые сказать. Валькирия. Как? Валькирия. Валькирия. Те, которые на конях, это валькирии, да? Ну, да, да. Да нет. Нет? Нет. Созвучно с Валерией, да? Вообще, рядышком мои только в путь трутся своими ягодичками. Две буквы, а потом идет Валерия. Первую букву, ну, ВА, да? Правильно понимаю? Смотри, две буквы ты называешь, а потом целая Валерия. А, кавалерия, да? Ёкарный бабай. Богиня победы у греков. Ну ты вообще такие вопросы трудные задаешь. А что трудные-то? Так. Трудный вопрос. А сколько я подсказок даю? А некоторые говорят, а вот ты вначале подсказываешь, а в конце не подсказываешь. Да, в конце я меньше подсказываю. Совесть-то надо иметь, правильно? Я еще думаю, блин. Тем более, вот это что, сложный вопрос? Богиня победы у греков. Ну это не... Ты можешь просто поперечислять всех богинь. И тыкнуть туда, куда положено. И я буду не против, поверь. Скажу, о да, ты молодец. Ты из этих 100 телок назвал одну верную. Ты молодец. Короче, я вот вчера смотрел, думаю, блин, какие банальные вопросы. Почему? Ну, если бы я был, я бы ответил. А тут вот так вот внезапно я туплю. А тут на и кавалерия. Да, да, я туплю. Да. Ухи-то не замерзли? Нет. Подсказка бешеная. Когда-то было кино очень клевое, которое я любил смотреть по телевизору. Нет, иностранное, где снимался Стивен Сигал. И его там так звали, в этом фильме. Фильм назывался, вот как его звали, так и фильм назывался. И так и Богиню Победы зовут. Больше я подсказывать не буду. Надо Богиня совесть победы тоже иметь. В Риме, правильно? Да. В Греции. В Греции. Блин. Вообще не знаю. Богинь, ты хоть каких-нибудь знаешь? Из Греции никаких, наверное. Вообще очень мало. Стивен Сигал ни о чем, да, не говорит? Хоть знаешь Стивена Сигала-то? Знакомо, но я не смотрел фильмы. Ладно. Ладно, да, сдаюсь. Ника. Ника? Ника. Все, пока. Можно с тобой сфоткаться? Давай сфоткаемся. Что-то, мне кажется, мы с тобой не очень получились. Ну, давай еще. Давай еще раз. А, точно, надо вот так да, вот да, сделать. Да. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Бомба. Дружище, здорово. Что? Пообщаемся? Не? Что? Тебя как зовут? Алексей. Леха? Меня Жека зовут. А тебе сколько годиков? 18. Окей. 1, 2, 3, 4! Вопрос первый. Комариная туча. В смысле, а что за вопрос, не понимаю? Ну, когда много комаров, либо пчел. Что означает именно комариная туча? Как называется вот, толпа вот этих подонков? Орда, там... Комариная туча, то же самое. То есть, когда... Дофига. О, орда летит. Толпа. Три буквы. Не. Такое есть еще иностранное имя. Бах. Ой, комаров. Куча. Ой, комаров. Я уже почти все слово сказал. Тебе только одну букву добавить надо. Ой, комаров. Да я честно не знаю, как-то я туплю. Смотри. Много, куча. Три буквы. Три буквы. Есть там ой. А тебе нужно еще одну букву влепить туда. Ой, первую. Ой, что ли? А? Не. Ой, ё, сколько комаров. Ну да. Блин. Не, первую букву. Да честно, не знаю, что как-то. Даже голову ничего. Одна буква, потом идет ой, потом комаров. Просто добавь какую-нибудь букву. Не знаю, честно. Зой комаров.
Жой комаров. Дой комаров. Мой комаров. Вой комаров. Да я не могу, не знаю как тут. У Романа какая первая буква? У Романа Рой. Обратились ко мне ребята и говорят: Женек, отрекламируй-ка наш инстаграм-канал. Что они делают? Сейчас расскажу. Что же они делают-то, ёпа-мать. Так, все. Я сам первый раз увидел, что такое делают. Покупают какие-нибудь, ну не какие-нибудь, тут есть такие кроссовки, как на этой фотографии, и вшивают в них свою канву. Да, есть такое слово «канва». Это из моих... Это кастомизация. Кастомизация кроссовок. Кастомизация, то есть из чего-то одного делают что-то еще гораздо лучшее. Это я так понял. Ну, я посмотрел в Википедии. Это кастомные ковры, чехлы для AirPods, зажигалок, ошейники и так далее. Перечни фотографий. Вот вы все это наблюдаете здесь. Это реклама от такого же подписчика, как и вы, и поддержите нашего товарища. Кастомные. Тут, конечно, габел эти слова, я просто... Кастомизация, да. Под ключ, понимаете? Все делается под ключ у них. Да, я забыл ключевое слово. Под ключ. Что значит под ключ? Ты говоришь, хочу, вот, чтобы кроссовки были, и вот там вот это было, и вот это. И они кроссовки покупают, и все туда самое оригинальное вшивают. И с ковриками вообще такая же движуха. Залетайте к ним, они делают розыгрыш, в котором вы можете поучаствовать и что-то выиграть. Будут ссылки в описании, на Instagram, все как положено. Все как говорится, так и говорится. Семя огня. Семя огня. Огонек с чего начинается? Сейчас. Вот зажигу ты взял? Ну, зажигу взял. Искра. Рыцарское объединение. Сейчас. Орда. Сейчас. Похоже на орда. Ор. Орды. Нет. Ор. Рыцарский. Ты получаешь орден. 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 Как расшифровывается СССР? Союзное соединение СССР. Союзное соединение. Блин, нифига, простой вопрос, а я ответа не знаю. Союзное соединение. Последняя республик, мне кажется. А третью букву я не могу как-то расшифровать. Союзных республик. Советское соединение союзных республик. Да, ну я так сказал. Нет. Да, не правильно? Советское соединение. Соединение. Ой, блин. Уже забылся. Давай, спасибо. Как зовут тебя? Андрей. Андрюх, сколько тебе лет? Мне 21. О, круто вообще. Ты, кстати, моложе выглядишь. Да, я, мне все так говорят. Да. Я к тебе не хотел подходить, потому что думал, что ты молодой. Ну, вот так вот бывает. One, two, three, four! Пчелиный роддом. Пчелиный роддом? Угу. Четыре буквы. Четыре. Один сота. Сота. Ну да, сота. Свиная физиономия. Рыло. Ух. Гора – символ Армении. Карабах. Нет. Карабах? Наверное. Не знаю. Не силен географ. А ты был на горе Карабах? Я нет, не был. Не был? Коньяк, например. Армянский. Так называют. Имя армянское. Есть армяне, друзья у тебя? Да. Но у меня только один друг армян. Как зовут? Арут. Вообще вот рядышком. Арарат. Нет? Гора в Армении Арарат?
как называется импульсивно возникшее у некоторых людей неопределимое стремление совершать кражи бескорыстной цели. Как я это напишу все, я не знаю, под нами. Они воруют вещи, но на самом деле, как бы, просто из-за того, что они больные люди. Они могут ездить на Ладе. Какая самая крутая Лада, брат, у нас? Приора. Лада X-Ray, понимаешь? На Ладе X-Ray как козыри они рассекают. Но все равно возьмут вот эту вот ненужную хрень. Из Макдональдса украдут сахар. Я недавно это слово слышал, блин, как там. MTV смотришь? Нет. Ну, а где-то там смотрел тачку на прокат. И что там в MTV показывают? Да, клипы всякие показывают. Ну, а те люди, которые все воруют? Клиптомания. И клиптоман. Клиптоманы, не? Да. Ура! Ура! Последний вопрос. Первый элемент таблицы Менделеева. Водород. Водород. С чего ты взял-то? А не знаю, просто водород. У меня по химии. А как водород? HH. Подержи, пожалуйста, микрофон. Это что, я победитель? Ты ответил правильно на 5 вопросов. Ура! Арарат! Арарат! Все, пока. Спасибо. Записываю вот в парадке. Почему? Потому что когда мы начали съемку, я с Андрюшей снимал, у нас был микрофон паршивый. И половина ролика записана с отвратительным звуком. И там я еще записал двух ребят, таких вот хороших, прям такие вот они, там и девушка, и молодой человек, такие прям приятные были. Но я их сюда не вставил. В итоге я решил все-таки закинуть на свой второй канал, где я снимаю влог. Ну, у меня есть второй канал влог. Типа, снимаю, что хочу. Туда я закинул ребят. Если есть желание бешеное, можете посмотреть. Что снимаем? Видос снимаем. Для чего? А? Для чего? Для себя. Чисто для себя? Ну да. А что интересуетесь? Интересуемся? Вопросы задаем. Что за вопросы? Школьные. А, школьные? Да. А ну что? Школьные? Ну, вопросы какие школьные? Ну, есть разные школьные вопросы. Например, СССР. Как аббревиатура расшифровывается? Расшифровывается СССР. СССР? Да. Расшифровывается это... Расшифровка это сделать как, например, расшифровка это СССР? Ну да, что это такое? Типа вот как ФСБ, Федеральная служба безопасности. Ну типа да. Ну как СССР расшифровывается, ну скажем. А ксару расшифровывается. Нет, спасибо, не курю сишки. Ладно, что мы... Давайте. Это видео куда выходит на телевизор? Канал называется Негодяй ТВ в Ютубе. Негодяй ТВ? Да, ну, да. А мы будем у ТВ быть теперь? Типа, ну, я думаю, что да. Давай я подпишусь на ваш канал. Да, вообще проблем нет. Негодяй ТВ называется. Когда выкинешь? Сегодня? В воскресенье. Ты снимаешь сейчас? Короче, это нормальные пацаны. Подписывайтесь на канал и будут выходить четкие видосы. Как зовут тебя? Жека. Жека? Ножи как канал, короче, Негодяй ТВ. А вот она шли. Вот, вот. Правильно, ваш да. канал? Подписаться. А, красава. 139 тысяч подписчиков. Красава, пацаны. А лайков сколько, братан? Лайк есть там вообще? Ну, это сколько подписчиков сказал? 139 тысяч. 99 видео, тысяч. Да? 99 видео, А бывают левые подписчики подписываются? В смысле, как левые? Не знаю. Вот как у девушки, 100, да, 128 типа подписчиков. А, типа подписчиков? Да, это охуенно. 128 штук подписчиков, нет, 1128. Ну, у них официальный канал. Я смотрю, у него еще 4, 2, 2, 2 с чем-то лайков. Ладно, пацаны. Ладно, давай, удачи, усал. Увидимся. Все, это самое, видос закончился, как вот пацаны сказали, лайкосы. Поставьте в душу вам, в душу расцелую, комменты влупите, кто напишет слово. Подскажи, духи надо, ритуальные духи хорошие, пацаны. Духи надо хорошие есть? Да, хорошие духи по Питеру здесь, а мы находимся вообще на Рыбацкое метро. Любые духи, кому какие под заказ могут достать даже. Ладненько. Даже этот самый Шанель Home Edition? Да, есть.
Могу настоящий? Показать. Настоящий. Серьезно? Серьезно. Конечно. А за сколько? Ну договоримся. А там какая упаковка? Большая, маленькая? Маленькая. Маленькая? Да. А тебе большая нужна? 100 миллиграмм, 120 миллиграмм. Есть 120 миллиграмм. Ну вот маленькая, за сколько бабочка? Ну за 4 могу. За 4 косаря, да. Блядь. Такие недорогие. Она, братан, стоит знаешь сколько? Маленькая. Да они поднимают вообще там цены. Я их маму ел. Ладненько, давай. Ладно, все. Шау. Давай. Давай. Давай, увидимся. Давай. Короче, кто напишет слово «сосцы», респектну, мало не покажется, вообще будет прикольно. Под видосом есть реквизиты, там, донаты, классно. Когда донатят, то по кайфу прикольно. Есть ловешка, можно спокойно снимать видосы, там, за бабосы и не ущемлять ни себя, ни людей, ни в чем, конечно же. Что еще? Почти каждую неделю в Инстаграме я делаю прямой эфир, где у нас есть совместное видео, вас я так чпокаю, ловлю и вопросы задаю, плачу тоже бабосы. Такая есть сумасшедшая рубрика, да. Сосы, сосы, пишите коммент. Ну, можно сосы и что-нибудь. О, Жека, вот ты молодец там. Как, там. Ну, там сами знаете, что там можно сказать. По-любому знаете. Что еще сказать? Да, и я думаю, что параллельно на моем втором канале, где я могу позволить себе все, что угодно вообще. Потому что много чего охота полялякать там. Залетайте туда, там будем снимать всякую интересность. Все. Салям алейкум, чикахан. Покеда.